Прекрасное ощущение. Прекрасно, супер. Мороз, солнце, свежий воздух и активные виды спорта. 15 и 16 февраля студенты Казанского федерального университета посетили спортивный комплекс «Маяк» в Зеленодольском районе. Посещение прошло в рамках спортивно-оздоровительного мероприятия «Поезд здоровья 2020». Организатором мероприятия является департамент по молодежной политике совместно со студенческим спортивным клубом КФУ «Казанские юлбарсы» при поддержке других структур университета. В эти выходные на площадке спорткомплекса собрались учащиеся из институтов психологии и образования, экологии и природопользования, экономики и финансов, а также из Высшей школы информационных технологий. Студенты испытали свои силы на горнолыжной дорожке, катались на снегоходах, а также на ватрушках с горки. Было весело. Снег в лицо. Самое главное, снег в лицо. Дым в лицо. Это самое. И быстро. И быстро очень. Очень здорово провести выходные в таком месте, кататься на лыжах, подышать свежим воздухом и кататься на ватрушках. Ну, непривычно, потому что я как бы первый раз. И, наверное, первый раз кататься по лесу не очень хорошая идея, но было прикольно. По словам организаторов, такой ежегодный выезд на свежий воздух способствует физическому развитию студентов, пропаганде здорового образа жизни, а также развитию корпоративного духа. Еще это помогает найти новых друзей из других институтов. В планах дирекции проводить такие мероприятия как можно чаще. Ну, мы хотим также продолжать вывозить наших студентов. Возможно, планируем увеличить количество, потому что университет растет, и надо привлекать как можно больше количества студентов к здоровому образу жизни. Студенты разных курсов, как и магистранты, и аспиранты, ну и сотрудники, и первокурсники, конечно же. Многие студенты в первый раз в своей жизни встали на лыжи и прокатились на снегоходах. У всех отличное настроение, море положительных эмоций и желание чаще посещать подобные мероприятия. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс.